Так, все, в общем, мы отчаливаем из нашего домика хижины вот такой вот. Ну, как бы много косяков, ну и более-менее. Мне кажется, не стоит таких денег, которые мы заплатили, но тем не менее. В общем, у нас в планах сейчас в супермаркет купить то, что нету у нас в супермаркетах, и посетить еще один город. Вчера вечером очень спонтанно увидели информацию по телевизору и решили сгонять в этот городишко. Вот тут так вот как бы ухожено, все классно, но вот немного так непривычно идти в этой так вот очень узко положены камни. В общем, как-то не так. Может быть, я маленький из-за этого, может быть, нужен другой человек, тогда удобно будет ему идти вот по таким вот камешкам. А так все прекрасно, все чистенько. Ну, в самой хижине, правда, было не очень чисто. Но это, может быть, мы такие чистюли. Ладно, все, покатили дальше. Машина вон там стояла. Все хорошо. Вот этот дом хозяева. Где, не знаю. Пофиг. Мы один раз только бабу увидели, когда въезжали, и все. У них две Теслы, один Поршак, в общем, такие богатенькие, наверное. Все, отправляемся дальше в путь. Приехали в город Рибовиль. Это 28 километров от того места, где мы жили. В общем, вроде нормально припарковались. Идем в город. Мы еще не дошли до центра, а уже милости вот такие вот. Начинаются красивости. Сейчас выйдем на центральную улицу. Все четко гуляем. Старинные городские ворота. Класс. Класс. Что-то пожарники тут делают. Что-то случилось, наверное. Такая вот приятная булочная. Вот такие вот хлеба. Нифига себе. Килограмм 5,50 и 7,50 стоит. Вот такая причудливая площадь. Город Рибовиль. Опис. Ну, почтальон. Вот точно. И сразу же за городом виноградники на склоне. Какая-то солнечная площадь.
вышла из тени такая. Приятно тут посидеть. Что мы сделаем, наверное, попозже. Какая-то местная речушка. Название не знаю. Люди работают. У них сегодня рабочий день. Это у нас выходной. И вот на многих зданиях вот круглые штуки ставят, и там гнезда эти аисты делают. Вот на многих. Вон там тоже я вижу. Круглые, если есть такая подставка, то гнездо будет обязательно. Холмы в тучах или в облаках. Руины там, да? Да, и руины замков там повсюду. Тысяча 576. Нифига. Ну это ворота-то старые. О, ворота новые, то есть. Вот так. Кто-то стучит. Так, наконец-то нашли свободную кафешку. Конечно же, круассан. Кофеек. Все, что надо. И домой поедем. Ну а мы все закончили нашу французскую программу. Город Рибовиль тоже красивый, классный. Выпили кофе с круассаном, что и нужно было. Посмотрели на красивости и едем домой.